Полиция Актау расследует необычное ограбление банка. Там инкассатор пытался вынести крупную сумму денег, а когда его поймали, решил застрелиться из табельного оружия. Об ограблении банка стало известно накануне, ближе к полуночи. Выяснилось, что 46-летний инкассатор похитил сумку, в которой находилось более 16 тысяч долларов, 500 евро и 5 тысяч российских рублей. А когда его поймали, он выхватил табельное оружие и выстрелил себе в голову. Сейчас на месте работает полиция. По факту заведены сразу два уголовных дела. По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции города Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.